Hello guys, and welcome back to my channel. Порадую сегодня видосиком по второму видео на трассе Батурст. Батурст, как некоторые говорят, Австралия. Так, стоять. Игровые камеры. Да, пока пусть это будет. Выдалась такая пинок по сраку. Ну, как вы знаете, карма злая, сука. Пинок по сраку, сука, закончился местом в отбойнике. Вот так уже дошел до третьего места на первом круге. Не обращайте внимания, уже тут шлейф, который составляет предыдущий гонщик. Что так надо? То свежесть спот развала такая, настолько свежесть, что резина все свежее с каждым метром. Минус один. И это получается уже был. Да. Не понял. Я сейчас еду первый, но пишешь, что второй. Вот я навел чувак. Bold Delicious. Это, короче, не буду пока ничего обсирать малину, я имею в виду, что как бы этого чувака, ну вот, судя по имени, судя по нику, да и вообще по повадкам, я думал, ну какой-то там парень какой-то там сидит здесь не лох, по-моему, Испании или что-то такое, ну, думаю, типичный испанец, жесткий, блядь. Потом, как я услышал его голос, блядь, это взрослый мужик лет 50, он вообще такой простой оказался, даже несмотря на то, как он едет, как бы судить по манере езды. Ну, это такое себе дело. Ну все. Мы с ним даже, я помню, были какие-то зарубы на некоторых трассах. То есть он реально не хотел уступать ни место. Даже бывало, доходило до аварии. Но тем не менее, обиды он у меня не держит. Я не вижу, что он меня чем-то испытается ущемить. Вообще оказался норм чувак, хотя я думал наоборот. Раз это, может быть, я уже говорил. Там, да, я говорил, просто в видосиках, это такая себе трасса. Своими приколами австралийскими. Ну, короче, только как не все в Австралии вообще. Место расположения. Такой вот лайфхак. Это, конечно, выглядит убого, но мне приходится так делать, потому что ребята здесь очень сильные забили. Трасса, как я сказал, местоположение хорошее.
солидный перепад высот, изобилие поворотов, ну, прочее, прочее. И вот тут я обосрался. Стоять. Сейчас будет момент истины. Тут я обосрался. Так. Вот, естественно, меня обходит Болтовичес. Он, кстати, тоже здесь где-то врезался. И в итоге я его объехал, потому что его не так легко и обойти. Он хорошо идет. Попытки его нагнать. Заезжаем на финальный круг. Где-то как дедушка ровно, не скажешь. Это приумел. Это чуть-чуть жульничество. Вообще эта игра, она сама по себе как бы провоцирует жульничать. Здесь каждый использует разный тюнинг. Есть такие ребята, которые используют тюнинг такого рода, что его можно поставить только будучи VIP-клиентом, блядь. Поэтому они едут быстрее. У них есть возможность ехать быстрее. В принципе, этот тюнинг можно найти, но... Но как бы поисковик делает вид, что он его не видит, типа там пишет. Вот, измените параметры поиска. Ну, то есть намекает на то, чтобы нужно быть клиентом. И вот что удивило меня больше всего, что чувак остановился прям перед финишем, дал мне место. Не знаю почему, по каким таким заслугам. Никогда он такого раньше не делал. Ну, может быть, понял, что я тут еду быстрее, хотя, ну, не видел, что я там такое делаю об стену. Это как бы его дела. Вот такой вот видосик получился, конечно. Я уже даже чуть не нахожу слова, что говорить, потому что давненько не играл. Буду наверстывать упущенное. Все. У меня, в принципе, все. С вами был я. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Расскажите друзьям, если это интересно. Всем пока.